Государственная автоинспекция начала свое существование еще в 30-х годах прошлого столетия. Менялись гербы, названия и расширялся список обязанностей для инспекторов. Но суть структуры оставалась прежней – обеспечение порядка на дорогах. Сегодня Государственной инспекции дорожного движения исполнилось 82 года. Ульяновских инспекторов поздравил председатель правительства Александр Смекалин. Спасибо вам большое. От всей души желаю вам легкой службы, как можно меньше нарушителей, как можно больше встречать улыбок, а не какой-то там критики. Во все времена общество неравнодушно относится к сотрудникам ГИБДД. Одни хвалят понимающих и справедливых инспекторов, другие таят обиды за штрафы и лишение прав. Сами же офицеры, отдавшие службе многие годы, осознают всю сложность своей профессии. Ведь к своим же сотрудникам они также требовательны, как и к рядовым гражданам. Достаточно сложная и сейчас обстановка. И на дорогах, и в связи с реформированием службы очень большие задачи и требования к сотрудникам госавтоинспекции в том числе предъявляются. Все работаем на пределе сил и возможностей. Тех, кто только начал продвижение по службе, сегодня руководство повысило в званиях. Для самых активных и ответственных 3 июля стало двойным праздником. Сегодня мне вручили очередное звание капитана полиции. Этому событию очень рад. Вдвойне приятно то, что это произошло в честь дня образования госавтоинспекции. Чтобы убедиться в том, что госавтоинспекция развивается, можно обратиться к сухим цифрам статистики. Только за последние 5 месяцев количество ДТП снизилось на 14%. Сами же стражи порядка рассчитывают встретить 85-ю годовщину с новым уровнем безопасности и комфорта дорожного движения. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.